обсудили в Козыревске вопросы, связанные с почтой. Вообще почта – это такая сквозная тема, которая, по сути, в каждом поселке, что называется, фонит, вызывает вопросы, вызывает раздражение у жителей. С нами в поездке летел руководитель почты России по Камчатскому краю. Сразу договорились о том, что в Козыревске мы будем переводить почту в другое здание, в здание администрации, потому что там здание аварийное, его нет смысла даже ремонтировать. В Ключах продолжит работу пункт почты, который находится в военном городке, а в основном будет ремонт проведен, и аналогично ремонт будет проведен в Усть-Камчатске, где, конечно, он находится тоже в удручающем состоянии.